Всем привет, друзья-боксерщики! Сегодня у нас необычная тренировка. Тренировка со специальным снарядом, с покрышкой. Поэтому смотрите, наслаждайтесь. То есть задача, смотри, в чем. Я буду тебя вытягивать на себя, ты меня вытягивай. Если вдруг нога у тебя оторвется или ты как-то потеряешь равновесие, ну, как бы проиграл. Готов? О. О, хорошо. О, хорошо, 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 о. Красавчик. Теперь смотри. Твоя задача коснуться плеча. Можешь двумя ручками. Понял? Я тоже буду касаться твоего ближайшего плеча. Не дальнего плеча, а ближайшего. Да, пробуешь. О, второй. О, пробуешь. Хорош, хорош. Сейчас смотри, бегаешь вокруг покрышки, пока вот так резко меняешь направление. Готов? Да. Поехали. Полный круг сделай. Пошел еще один круг. Резко. О, хорошо. Теперь вот так, со стороны. Пробегаешь, когда я говорю, бежишь вперед. Когда говорю, бежишь назад. Приготовился. Пошел назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, стоп, встаешь, твоя задача меня догнать, что в одну сторону, что в другую, можешь когда догонять, то есть касаться не обязательно. Ну, вот это уже догнал. Понял? Итак, потихоньку, 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 потихоньку. В другую резко. Во-во-во-во, догнал, догнал. Во-во-во-во, во-во-во, теперь я тебе. Готов? Давай, 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 оп. Оп, оп, давай, 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 давай. Оп. Во, быстрее, 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 быстрее. Оп, оп, хорош. Поднимаешь ее всегда по центру. Всегда по центру. И всегда посередине держи ее. Одним махом, резким движением. О, видишь, она сама подкинется. Держи равновесие. Вот отсюда. Прыгаешь. Раз, два. И в обратную сторону. Нормально? Теперь вперед-назад. Вперед-назад. И также сзаду наперед. О. Вверх прыгай, Дима. Вверх. О, вверх. Теперь смотри. Да, все просто. Вот с этого положения в это положение. И одним рисунком.
Хорош. Теперь смотри, она у тебя под ногами, под тобой. Все, песок проминаешь. Проминаешь песочек. Поехали. О, выравнивай, выравнивай тело. Хорош. Теперь встряхни покрышку. Переходим к следующим упражнениям. Подними ее над собой и сильно-сильно под ноги брось. Прям сильно брось. Вот. Поднял и вниз. Поднял и вниз. Держать не надо. Когда бросаешь ее в землю, отпускаешь руки полностью. Полностью. Из-за головы. Вот прям спиной сейчас начинаешь и прям бросаешь ее. О, еще разок. Сильнее кидай. Во, пошел с прогибом. Сильнее. Еще разок. Во. Теперь смотри, Димка, становишься так же, только разворачиваешься. И кидаешь ее назад. В эту сторону. Развернись. Вот так, да. Еще. Во, вот так. И таким же образом назад. Отсюда сразу? Да, сразу начинаешь ее назад заводить. Руками ведешь. Молодец. Во, пойдет, пойдет. Хорошо, пойдет, достаточно. Теперь, Димка, берешь вот так, помнишь такой хват? И начинаешь ее сильно-сильно отсюда разъезжать, прям вот так за ней прям идешь. Во, сильнее. Заводи к ногам. Во, хорошо, достаточно. Достаточно, Димка. Теперь вот так, смотри. Сейчас сюда ее заведешь и со всей силы в стену швырнешь. Чтобы она сбоку в стену летела. Во. И со всей силы. И сразу, с одного маха. И пошел. Во, сильнее только бросай. Сам бросок сильнее. Еще пробуй. Вот. Теперь берешь ее вот так. Помнишь, как я тебе показывал? Вот таким хватом. Да. Сюда заводишь. Вот такой хват. И вот таким образом ведешь ее. Бросаешь, кидаешь как можно дальше. Старайся рывком одним ее сделать. Вот так? Да. Так? Да. О, сильнее только. И чуть-чуть повыше поднимай ее, повыше. Чтобы бросок у тебя повыше. Так-то все правильно, но повыше. Еще повыше можешь? Во, а теперь на меня посмотри. Ты ее тянешь снизу, тянешь ее вверх. Снизу, вверх. Во, вот это уже лучше. Снизу, вверх. Равновесие держи, держи. Вот этот вот сам момент толчка взрывной должен быть. Хорошо, старайся не ломаться. Вот движение у тебя. Сейчас одной рукой кидаешь. Одной рукой вот так, вот таким образом. Вот она, видишь, сама геометрия. И прям одной.
Соответственно, потом сторону меняешь на другую. Во! Хорош. Теперь смотри, берешь ее вот так и вверх кидаешь, как можно выше. Да. И снизу вверх. Выталкиваешь ногами и всем телом. Просто вверх. Во, хорошо. Хорошо. Достаточно. Теперь смотри, как кидаешь ее. Теперь кидаешь, чтобы она крутилась у тебя. Вот отсюда. Вот таким образом. И прям берешь ее. Чтобы винт сам вот этот был. Да. Хорош. Теперь такое жонглирование. Сам момент жонглирования. Когда крутишь и кидаешь. Теперь смотри на меня. Сейчас держишь ее, перекидываешь ее вот так. Давай покажу. Вот момент. Вот. Тут определенная ловкость нужна в развороте. Подхватываешь. И в другую также. Хорошо. Теперь смотри, вот так ее в руки. И начинаешь ее перекатывать. Гонишь, гонишь. Синхронно, синхронно. Быстрее, быстрее. И раз. 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 Больше винти. Во. На колени вставай, из-за головы бей ее прямо в землю. И удерживать. Прям удерживай и бей. Во, спиной прям бьешь. Прям весь вкладываешься. Во. Хорошо. Вот таким планом. Во, пошел. Во, пошел. Переворачиваешь. Сильней. 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 Хорош. Короче, проносишь. Смотри как. Вот так. Вот так. Ты ждуешь? Да, да. Я понял. Отсюда? Да. Прессом встаешь. Пошел. Во. Хорош. Поэтому, дорогие друзья, если вы отдыхаете на море и вдруг нечаянно нашли покрышку, знаете, это великолепный снаряд для очень хорошей утренней тренировки. Всем добра, любви, до новых встреч!